1963 год. Работал на киностудии «Ленфильм». В 1971 году был ассистентом режиссера на съемках картины «Ход белой королевы». Окончил заочно актерский факультет ГИТМИКа 1967 и факультет телевизионной режиссуры того же института 1976. В 1977 высшие курсы сценаристов и режиссеров. С сентября 2005 года по август 2014 году преподавал в Петербургском институте кино и телевидения. Доцент кафедры режиссуры, возглавлял жюри ВИ открытого областного фестиваля детско-юношеского аудиовизуального творчества «Наша надежда. Луга. 2013», на котором провел также мастер-класс режиссуры. Умер 14 января 2015 года.